Владивосток, 28 августа 2024 года. Внизу, ну вот где машины, проспект Красоты. Там вдалеке сопка Монастырская. Также видна сопка Бурачка. Бухта Золотой Рог, Золотой мост виден с этой точки. Сюда ходят по бухте Золотой Рог. Там где-то вдалеке сопка Крестовая, которая находится там на Игершельде. Здесь под пилонами Золотого моста начинается набережная Цесаревича. Вот. А здесь видна крыша цирка. Сегодня в городе солнечная погода. Тепло, примерно 25-26 градусов. Красота. В центре кадра мост на Русский остров. Солнышко припекает. А здесь сохранился еще частный сектор, но он уже, конечно, в бедственном состоянии. Но машины там вон стоят, наверное, кто-то живет здесь еще. Ну, тут что-то уже, видимо, заброшенное. Вот. Там наверху сопка Орлиное гнездо. Thank you.
А это проспект Красоты здесь. Здесь какие-то остатки частного сектора. Ну и вот такие вот высотки. А там строительство продолжается. Так, что у нас здесь? Какие виды открываются? Ну вот стоит такой барак-не-барак. Техника какая-то шумит. А наверху видовая площадка. Ну, туда раньше приезжали свадьбы, туристы. Но сейчас вот стройка идет, как бы туда не пройти. На той стороне парк «Россия. Моя история».
там. Ну вот, старые дома еще сохранились вот такие. Ну и там видны еще коттеджи вроде как. Здесь сквер путешественников. Ну, как раз там стоит памятник Арсеньеву. Лавочки здесь, елочки растут. Раньше это место было такое проходное, неухоженное. Ну вот, сделали красоту здесь. Туристы. Ну вот здесь вот на этой точке любят фотографироваться и наши туристы, и из Китая туристы приезжают сюда. Раньше вон там наверху все фотографировались на видовой, а сейчас вот здесь. На мосту пробка в обе стороны, но красиво.
Какие-то щенята там наверху лают. Да, пробки, конечно. Здесь сохранились вот такие вот домики. Пилоны моста видны. Вагончик фуникулёра. Что за тропинка здесь? Что здесь за тропинка? Секретная тропинка.
небольшой мемориальный комплекс. Красота. Восточный институт. Студенты между корпусами на фуникулёре или пешком добирались. Здесь лестницу ремонтируют. Все никак не отремонтируют. Ну, вернее, ее отремонтировали, но что-то не открывают пока. Может, что-нибудь доделывают. А здесь Пушкинский театр. Когда-то здесь выступал Высоцкий, когда приезжал к нам во Владивосток. Установлен такой вот памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь такой фонтанчик. Вот этот дом недавно здесь появился. Ну, наверное, жилой какой-то или... Ну, неизвестно, что там, жилой, не жилой. Там над крышами видны пилоны Золотого моста. Тридцать пять минут седьмого во Владивостоке.
в этом здании в 1922-1924 году преподавал в ГДУ Владимир Клавдиевич Арсеньев. Также здесь памятные доски. В общем, здание, конечно же, с историей. Пушкинский театр. Афиши там в окнах размещены. Вот такие вот лавочки. Ну, они тут давно. Такие вот нехитрые. Здесь, видимо, когда-то тоже арка была. Вот она. Флаги можно было разместить на фасаде. Но еще с советских времен, видимо, осталось все это. Здание с историей. Улица Пушкинская, 8. Вот этот дом. Здесь в просвете между зданиями виден Золотой мост. А там видны пилоны Русского моста. Что там во дворике? Такая вот красота здесь. Балкончики неостекленные. А там притаился какой-то дом, видимо, деревянный, но уже разрушенный весь. Здесь вот в деревьях он и ведет лестница вниз. Может быть, что-то интересное там можно увидеть. Лестница. Деревянная лестница здесь. Ну, видимо, жилой дом. И вот здесь какой-то дворик.
Интересный такой домик здесь. Что в нем? Дом, в котором жил профессор Позднеев, оказывается. Балкончик такой длинный, дворик с лавочками, с цветочками, с кустиками. Лестница вниз. Через дорогу находится музей Тихоокеанского флота. Когда-то, давным-давно, музей Тихоокеанского флота находился, сейчас покажу где,
вот здесь, на территории, стояли, ну, всякие разные орудия. И музей находился здесь внутри. Музей Тихоокеанского флота. Сейчас он находится вон там через дорогу. Цветочки здесь, какие-то ромашки, не ромашки. Да. 80-е года примерно здесь находился музей Тихоокеанского флота. Все орудия, все пушки, на них лазили детишки. Ну и я тоже по ним лазил когда-то давным-давно.